Насекомые появились, как полагают, в девонский период, около 400 миллионов лет назад до нашей эры. И произошли они от древних кольчатых червей, опровергнув в дальнейшем известную поговорку о том, что рожденный ползать летать не может. Более того, насекомые оказались первыми на Земле животными, освоившими воздушную среду. И произошло это 300-320 миллионов лет назад. Лишь спустя 150 миллионов лет после этого появились на Земле летающие ящеры, а затем и птицы. Полет – один из основных способов передвижения множества насекомых различных отрядов, помогающий им искать пищу, полового партнера для размножения, расселяться и мигрировать, спасаться от хищников. Благодаря появлению крыльев, насекомые стали более быстрыми, маневренными, приобрели способность к регулярным миграциям. Резко усложнилось их поведение. Увеличились возможности для питания и размножения, и появились новые способы для избегания врагов. В течение длительного периода исторического развития система обеспечения полета насекомых прогрессивно развивалась, а их полетные возможности совершенствовались. Крылья насекомых, в отличие от крыльев летающих позвоночных животных, лишены собственной мускулатуры и приводятся в движение сокращением мышц груди.
Насекомые пользуются планирующим и машущим видами полета. Планирующий полет у бабочек и стрекоз состоит в том, что они, прекратив махание крыльями, некоторое время скользят в воздухе. Затем несколько раз ударяют крыльями и снова планируют. Отдельные насекомые могут планировать в течение 4-5 минут, а стрекозы даже парить, используя восходящие потоки воздуха от нагретой земли. Однако планирующий вид полета, а тем более парящий полет, у насекомых встречается редко. Машущий полет является основным видом полета насекомых. Число взмахов в секунду сильно колеблется. У некоторых насекомых взмахи столь часты, что они сопровождаются гудением, жужжанием и писком. Большинство насекомых прекрасно маневрируют в воздухе. С полного хода они могут резко повернуть в сторону. У некоторых видов мух и других насекомых это достигается внезапным прекращением работы крыльев той стороны тела, куда насекомое должно повернуть, что вызывает своего рода резкий и далекий прыжок летящего насекомого в сторону. Управляемым полетом хорошо владеют стрекозы. Они при охоте за мелкими летающими насекомыми или драке между собой могут резко отклоняться в сторону и, следуя друг за другом, в точности повторять маневры впереди летящего насекомого. Кроме того, стрекоза, преследуя ускользающую от нее вверх добычу, может взлететь на короткое расстояние вверх, почти вертикально.
Скорость перемещения насекомых в первую очередь зависит от ветра. Активный полет осуществляется за счет энергии сокращения мышц. Пассивный – за счет использования энергии внешней среды и массы тела насекомого. Оказывается, полет бабочек, особенно дневных, сильно отличается от полета других насекомых. Правая и левая пары их крыльев при взмахах приближаются друг к другу над туловищем и под ним. Над спиной крылья даже часто полностью встречаются и иногда ударяются друг от друга, издавая звук. Крылья правой и левой стороны взмахивают одновременно, так как передние и задние соединены друг с другом и обычно для этой цели обладают специальной зацепкой. При сближении крылья сначала соприкасаются передними краями, а затем всей плоскостью. Благодаря этому крылья как бы выдавливают оказавшийся между ними воздух. То же происходит при встрече крыльев под телом, при взмахе вниз. У жуков, когда они не летают, передние жесткие крылья или надкрылья накрывают и защищают сложенные задние перепончатые крылья. Надкрыльями жуки почти не пользуются в полете. Надкрылья только слегка качаются в такт взмахом задних крыльев. В полете надкрылья жуки держат под некоторым углом друг к другу в виде латинской буквы «В». Это обеспечивает поперечную устойчивость жуков в полете. Когда и откуда появились крылья у насекомых, и как шла эволюция полета этих животных, мы не знаем в точности и сегодня. Одни исследователи полагают, что крылья насекомых ведут свою историю от так называемых трахейных жабр, которые и в настоящее время можно увидеть в виде боковых складок тела у некоторых водных личинок. Другие ученые, их большинство, считают, что к жабрам крылья насекомых никакого отношения не имеют, и что возникли они из боковых выростов тергита в груди. Это наиболее распространенная в энтомологии паранатальная гипотеза.
не касаясь подробно всех гипотез и связанных с ними рассуждений, отметим лишь, что крылья у насекомых – это невидоизмененные конечности, как у других летающих животных, птиц и летучих мышей, а плоские выросты, точнее складки, стенки тела, своеобразные придатки двух задних сегментов груди. Таким образом, еще одна любопытная ситуация. Насекомые, в отличие от всех других летающих животных, приобрели способность к полету, не заплатив за это потери части своих конечностей.